В целом на здание санэпидстанции выделено около 20 миллионов рублей. Реконструкция у нас разделена на три этапа. На сегодняшний день закончены первые два этапа. Это полная реконструкция первого этажа здания, в котором будут располагаться бактериологическая лаборатория и ПЦР-лаборатория. На эти два этапа освоено 6 миллионов 600 тысяч рублей. На сегодняшний день мы ожидаем поставку нового оборудования, мебели для функционирования лаборатории. Планируем запустить работу к середине апреля. Все эти процессы позволят в дальнейшем улучшить нам качество нашей работы. Мы будем предоставлять услуги как напрямую населению, так и коммерческим и государственным структурам. Сможем увеличить объем и спектр проводимых исследований. Третий этап работ включает в себя полную реконструкцию второго этажа и также фасада здания.